Ну и главные новости. Праздничная церемония награждения лауреатов губернаторского конкурса «Наше Подмосковье-2015» состоялась в Крокус Сити Холл в рамках форума «Инициатива». В этом году в марафоне неравнодушных людей области приняли участие без малого 24 тысячи человек. На мероприятии побывали представители Ленинского района, принявшие участие в конкурсе проектов. Наш корреспондент Людмила Медведева также была на этом мероприятии. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Наташа. Это было грандиозно. Пообщавшись с участниками конкурса, я многое узнала. К примеру, почему в селе Остров забыт храм? И как, не дожидаясь милости от управляющей компании, благоустроить свой двор? У нас столько неравнодушных, инициативных людей, и в том числе жителей Ленинского района. Ну, давайте посмотрим на них. Давайте. В этом году формат праздничной церемонии награждения победителей конкурса «Наше Подмосковье» несколько изменился и перерос в целый форум неравнодушных людей «Инициатива». В рамках форума работали 10 секций по количеству номинаций. В каждой участники премии обсуждали свои проекты. Я вышла с проектом о селе Острове, а именно храме Преображения Господня. Храм разрушается. В этом году я представила проект «Земля – наш общий дом». Экологическое просвещение молодежи. Это и уборка оврагов, это уборка территорий. То есть чистота нашего родного края. Представляем я лично два проекта. Это «Капсула времени» в номинации «Спасибо деду за победу» и «Доброе сердце. Живут такие парни». Мы на конкурс губернатора «Наше Подмосковье» на премию выдвигали несколько проектов, но отмечен был проект один в номинации «Больше, чем профессия». Это работа с детьми-инвалидами. Я представляю здесь наш Ленинский район и библиотеку деревни Милькова. Вот, со своим проектом «Литературная гостиная в гостях у тетушки Совушки». Цель проекта? Цель проекта – развивать любовь к чтению и вообще популяризацию чтения с самого младшего возраста. С проектом «История в лицах» телекомпания «Видное ТВ» также вышла на областной конкурс. Цель нашего проекта – знакомить с историей родного края не только коренных жителей, но и всех тех, кто теперь живет в нашем районе. В этом году, теперь уже традиционным, конкурс собрал рекордное количество заявок – 24 тысячи. Среди них очень много молодых, неравнодушных, инициативных людей. Стал представителем дома. Проект создали, согласовал его с жителями, с администрацией и начали работать над этим проектом. То есть это благоустройство, разделение парковка на парковку, клумба на клумбу, тротуар на тротуар. Ленинский район в этом году на областной конкурс выставил около 500 проектов. Победителями стали 44, а всего по Подмосковью 1945. Я думаю, в этом есть символизм, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее для того, чтобы на территории нашего Подмосковья все большее количество людей были вовлечены в общественные проекты, в реальные проекты. Этому способствует как раз губернаторская премия. Ну и, конечно же, мы ожидаем новых побед. Губернатор Андрей Воробьев, приветствуя участников премии, отметил: конкурс «Наше Подмосковье» доказывает, что в регионе очень много людей, готовых трудиться на благо общества. Я считаю, что ваш пример, ваше личное участие, ваше отношение к жизни является самым ценным. И мы точно обещаем, я точно обещаю, что такие инициативы мы будем поддерживать. Праздничная церемония награждения сопровождалась выступлениями известных артистов. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».